В Крыму перепись населения стартовала в стенах крымского парламента. Заместитель председателя Государственного совета республики Ремзи Ильясов первым ответил на вопросы переписчика. Вице-спикер подчеркнул важность точности данных, которые по итогам переписи лягут на стол в управлении статистики. Прошлые данные безнадежно устарели и уже не отображают всей полноты крымских реалий. Перепись населения, по мнению крымского вице-спикера Ремзи Ильясова, это не только возможность сложить воедино сложный этнический пазл республики. Во многом на основании именно этих данных впоследствии и будут приниматься все ключевые решения по социально-экономическому развитию региона. Своим примером вице-спикер призвал всех без исключения крымчан принять участие в этом важном для полуострова процессе. Добрый день. Я ваш переписчик Федорович Елена. Очень приятно. Вот мое удостоверение, пожалуйста. Видим, верим. И сумки тоже верим. Да, конечно. Где могу присесть, чтобы вас спросить? Да, присаживайтесь. Вопросы у переписчиков несложные и много времени не отнимают. С 14 по 25 октября сотрудники Крымской службы статистики будут работать по графику с 9 утра до 8 вечера. Елена Федорович, штатный сотрудник службы, уверена, сложности могут возникнуть лишь при общении с особо недоверчивыми гражданами или, например, при поздних визитах. У каждого переписчика будет вот такое удостоверение, где будет написано его имя, фамилия, отчество, номер переписного участка. И при желании человека можно попросить у переписчика также паспорт, то есть сверить имя, фамилию, отчество с паспортом, то есть что это именно его документ. Вице-премьер республики Ремзи Ильясов, который буквально стал первым в списке крымчан 2014 года, отметил, переписчик, который, казалось бы, просто фиксирует данные, в целом формирует будущее республики Крым. Очень большая ответственность за каждым переписчиком, и каждый переписчик, если он обязан за световой рабочий день, или за световой день пройти 45 человек, по-моему, там по нормативу, он должен это сделать с тем сознанием, что он, ну, можно сказать, решает даже такую государственную задачу. Потому что это очень важно. Для того, чтобы завтра ставить те же самые вопросы, наболевшие по обустройству, по решению других проблем, социальных проблем, политико-правовых, культурно-этнических проблем. Предоставить максимально полную информацию о себе, а заодно перепроверить, правильно ли ее зафиксировал переписчик, особо важно, подчеркнул Ремзи Ильясов. Опыт прошлых лет говорит о возможных неточностях, поэтому лишний раз проконтролировать даже самого скрупулезного переписчика будет не лишним. Егор Петрунин, Андрей Трещук, Время новостей.